Господин Володин, оказывается, недавно выступил с громким заявлением, требует назвать имена и фамилии виновных в распаде СССР. Но вообще эту речь стоит немножко послушать, тут буквально секунд 15-30. Послушать имею в виду в оригинале. Определители. У одних было все, у других ничего. Но это же все было. Давайте объективными будем. Да, нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена. А сейчас получается, кто раньше жил, тот и сейчас живет. Господин Володин вот делает работу за нас, за казахских патриотов. Он буквально обратился к нашим казахстанским акиматам и нашему казахстанскому руководству. Я сейчас поставлю фотографии этих памятников пограничных столбов, которые расположены официально в городе Павлодаре, вот в Экибастузе, Костанай рядом со строительным техникумом, в городе Актюбе рядом с областным театром. В городе Алматы по улице Розы Бакиева 266 стоит пограничный столб Советского Союза, и все они с гербом СССР, и все они символизируют Советский Союз, все они символизируют развал Советского Союза. Господин Володин четко объяснил всем нашим акимам и нашему руководству в виде президента Республики Казахстан господину Токаеву, что все эти пограничные столбы стоят только ради одной из целей, чтобы определить виновных в распаде этого государства под названием Советский Союз. Все они стоят только лишь для того, чтобы призвать к ответу лиц, виновных в распаде Советского Союза. То есть День независимости Казахстана, отмечаемый всеми жителями, всеми патриотами, я имею в виду Республики Казахстан, господин Володин назвал преступниками, порождениями преступного умысла. Это становится понятно. Поэтому я не понимаю, почему акиматы вот, Павлодарской области, Костанайской области, почему акиматы Актюбинской области не сносят эти столбы. Мурат Мухамеджанов давал оценку тому, что вот, казахстанский столб поставили в качестве прикрытия, да, к столбу Советского Союза. Эта оценка оказалась неверна. Господин Володин четко сказал, что казахстанский столб рядом поставили для того, чтобы четко обозначить виновного. Вот казахский столб, который стоит рядом со столбом Советского Союза, это виновник распада Советского Союза, это преступник, по словам господина Володина, которого скоро Россия будет призывать к ответу. Всех вас, вот акимов, всех вас призовут к ответу. Потом и нас, казахов еще, которые поддерживают День независимости Республики Казахстан. Этот монумент символизирует собой только одно, то, что мы виноваты. Это глумление, глумление над государственными символами Республики Казахстан. Иначе это не назовешь. Сносите скорее, не ждите решения акиматовских работников, казахи сами сносите, где бы ни увидели эти столбы символизируют нашу виновность в распаде Советского Союза. Это не первое, не последнее заявление российского руководства по этому поводу, и чем дальше, тем больше этих заявлений будет, и тем больше символика этих монументов однотипных, да, посвященных пограничному столбу Советского Союза, тем больше вот этот вот монумент будет нам говорить об этом, тем больше позора будет ложиться на наши плечи. В общем, спасибо господину Володину, что открывает нам глаза. Надеюсь, акиматы Павлодарской области, Костанайской, Актюбинской области смотрят выступления российских руководителей. Не вот этих вот высказываний всяких вот алкашей, которые бегают там в Павлодаре, вот недавно споймали алкаша, да, какого-то, который плохо говорил о казахстанском флаге. Нет, вы обращайте внимание вот прямо на первых лиц Российской Федерации, которых вы споймать не можете, которых вы наказать не можете. А вот высказываются они точно так же, как эти алкаши, которые вот бегают рядом с вами. Не тратьте время на этих алкашей, а займитесь действительно полезной, правильной деятельностью. То есть сносите эти столбы.
только после сноса уже этих столбов можно будет заняться алкашами, да, которые живут в Казахстане. Да, ими, безусловно, надо заниматься, но не до сноса столбов. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. Подписывайтесь обязательно на Facebook, Instagram аккаунты. И до новых скорых встреч!